Всем привет! Сегодня поговорим о моих сборках, потому что было очень, скажем так, много самых различных там мнений, суждений. Одним пользователям сборки казались слишком маленькими, другим они казались наоборот, слишком большими. Значит, я вам хочу сказать вот такую вот простую идею. Как говорят, ломать легче, чем строить. Объясню почему. Если вы скачиваете официальный дистрибутив от сайта производителя, то вы ручками там можете его настраивать, можете пользоваться там моими там видеоуроками по настройке. Мне многие за это, как говорится, пользователи сказали спасибо и поблагодарили. То есть не зря я делал видеоуроки там по настройке разных там сборок, дистрибутивов, там программ и так далее. Ну вот, настраивать официальный образ может далеко не каждый. А вот посмотрите такой вот вам простой пример из сферы ломать не строить. Вот мы мою сборку скачали, и вам, к примеру, ну вот абсолютно не нужна вот эта вот нижняя панель. Первым делом, что вы делаете? Вот, вышли из нее. Ого, и панельки-то нет. Дальше. А она вам, допустим, ну, настолько не нравится, что вы решили ее вот так вот взять. Это делается только в Цинамоне. Очень хорошая опция. Взяли, да удалили. Нажали там пароль свой, юзер. Сейчас выскочит табличка. Я это показываю на виртуальной коробочке, поэтому это происходит несколько более медленно. Вот. Вот, выскакивает табличка, нажимаете на ОК. И она вам этот кайродок, как говорится, возьмет и удалит. И таким образом вы можете практически поубирать все, что вам не нужно. Не просто поубирать из меню, а поудалять, чтобы оно вам память не засоряло. Вот, допустим, иконки менеджер. Ну, какое-то время он вам не нужен, вот взяли его, отключили. Какие проблемы-то? Вот у вас получается очень большой такой экран, ничем вроде бы не перегруженный, все. А вы человек придирчивый, пошли там, смотрите. Ну вот почтовый клиент, ну абсолютно, вот допустим, лично я им вообще не пользуюсь. Ну нажимаю удалить, завожу пароль юзер. И нажимаю на ОК. И он ее корректно сейчас все это дело возьмет и удалит. Ломать не строить. А многие программы, такие, допустим, как там TeamViewer, OpenShot, видеоредактор и другие, которые требуют тонкости в установке, там, настройки и так далее. Ну, если они вам не нужны, вот, пожалуйста, у вас есть меню. Вот вы сюда заходите, выбираете, что вам не надо. Вот, допустим, я практически уже там лет 8 там, или 10, я вообще ничего не пишу на CD-диски там, все только на флешке. Вот, набираю парольчик свой, юзер, взял, ее убрал, нажал ОК, и она его сейчас удалит.
Смею вас уверить, что вот мою сборку, настроенную со всеми прибамбахами, гораздо легче настроить под себя. Почему? Потому что практически программы, которые я туда ставил, они, значит, ну, скажем так, их поставить непросто, а удалить-то, вот, как видите, в два счета. И таким образом вы сможете выбрать для себя, так сказать, оптимальный вариант. Что-то можете, допустим, добавить, там пошли в менеджер программ, там добавили программу, которая там вам нужна. Но вот насчет Cinnamon'а удаление здесь идет, ну просто в лед. Вот, смотрите, ну я не использую этот клиент обмена сообщениями, ну вот я его удаляю. Завожу парольчик, нажимаю ОК, и он удалит его как миленького, вот. Все, с пролетарским приветом, как говорится, улетай. Есть какие-то сомнения, вот у вас есть прекрасный пылесосик. Я Ubuntu Twig называю пылесосиком, потому что он очень хорошо чистит, как говорится, систему там от всего ненужного и так далее. Ну, взяли галочками, подмечали, нажали очистить, завели там парольчик свой. И он сейчас потихонечку все это дело, вот, дополнительные просит пароль. Да ради бога. Он все ненужное из вашей системы, как говорится, возьмет и удалит. Вон, видите, как он работает хорошо. Вот здесь еще напишу очистить. Ну и кэшик можно почистить. Отметим его. Все, и система очищена. И, как говорится, пользуйтесь на здоровье. Никто вам не мешает. Нужна вам, наоборот, системная информация. Да побежали в тот же конки менеджер. Включили его, допустим, там, ну я не знаю, ну вот. Такой вариант, допустим. Смотрите, вся системная информация у вас тут под рукой. Видно, как используется оперативная память, центральный процессор, там файл подкачки, там ля-ля тополя. Все здесь есть. Но при случае, да ради бога, опять-таки, побежали. Конки менеджер. Убрали его, чтобы он вам глаза не мозолил. Да, пожалуйста. Вот, в принципе, в чем и заключается ценность сборок. Что их гораздо легче под себя настраивать. Почему? Потому что у разных пользователей там разные вкусы. Я часто делаю видеоролики, естественно, у меня для этого, значит, вот, обязательная программа моя, программа для записи с экрана. Она уже настроена со всеми прибамбахами. Видеоредактор и видеопроигрыватель. А если они вам, допустим, абсолютно не нужны, так ну что, таким же образом взяли, как говорится, и удалили их. А кто мешает? А что-то нужно, пошли в менеджер программ, поставили свою программу. Я, в принципе, решил так. Вот сборки, которые у меня сейчас там на Меге и на моих кладовочках лежат, я их больше обновлять, честно говоря, и не буду. Даже очень старая сборка, там годичной, двухгодичной давности, если вы к себе ее скачаете, нажмете на менеджер обновлений и ради бога, как говорится, всегда и обновитесь там, и все будет у вас нормально.
На моем блоге тоже все это подробно, значит, описано, значит, там показано, там рассказано. Вот. Значит, уроки по настройке одним списком. Да ради бога, вот, скачали официальную сборку и можете настраивать ее по моим видеоурокам. Как, какую программу поставить, что с чем там и как. Все подробно. Плюс по программам. Причем, значит, вот есть, значит, здесь не только мои видеоролики, а вот есть видеоролики, значит, уже пользователей, которые, значит, просмотрели мои уроки, как работать с программой для записи экрана, как настраивать, как редактировать видеоролики, как их там на трубу забрасывать. Вот, пожалуйста, Алексей Лукьянов, можете посмотреть его прекрасный ролик, значит, где он рассказывает, как есть такой недостаток иногда бывает на ноутбуках. В скайпе, значит, получается перевернутое изображение видеокамеры, как он все это с этим делом справляется. Просто посмотрите. Вот. Файлы команды видео, ну, я его стараюсь периодически обновлять. Значит, вот у меня в данный момент сейчас на Меге. Есть, значит, ряд моих сборок. Вот мои сборки. Дебиановская сборочка, Elementary OS, Ubuntu Cinnamon и три сборочки Mita, X-Face, Mate и Cinnamon. Значит, зашли в сборочку, посмотрели, вот ИЗО есть, все, правой кнопкой скачать и пошла загрузка. Ну, я, в принципе, буду от этого уходить. Почему? Значит, просто поймите меня правильно. Дело это довольно-таки, скажем, трудозатратное. Требует много времени там на подгонку, на кастомайзинг, на тюнинг. Ну, 99% работы, как говорится, которая сделана, вы и не видите. Ну, вам, значит, что могу порекомендовать? Значит, ну, есть два типа пользователей, грубо, скажем так. Одни рукастые, а другие, ну, люди, ну, да, может быть, и рукастые, и головастые, просто времени нет. Скачал сборку, поставил, поднастроил под себя и вперед. Вот, я эти сборки буду держать. Новые, скорее всего, значит, я делать не буду. Почему? Потому что у меня есть масса уроков, как настроить любую там программу, поставить и так далее. Вот. Посмотрите на моем блоге, тут все расписано очень, как говорится, детально и подробно. Даны три кладовочки. Поэтому, значит, вот смотрите. И единственное, только не обижайтесь, что там я их там не буду там с каждой новой версией, там Cinnamon'а там 17.4 появится, там 5, там 10, 20. Да не буду я этого делать, господи, ну, геморрой один. Изменения от сборки к сборке есть, но они не столь большие. У меня до сих пор масса людей, которые сидят на сборке Cinnamon'а 17.0, но при этом вполне довольны жизнью, как говорится, и всего им хватает. Поэтому информация, значит, вот у вас есть. Файлик команды, значит, и видео всегда можете, значит, скачать и посмотреть там. И я его стараюсь, конечно, обновлять. Вот. Но в основном, да, вот у меня специально есть, откуда качать дистрибутивы. То есть вот нажимаете на этот видеоролик, и здесь подробненько посмотрите, как, откуда там, что скачивать сайтов, скажем так, производителей, вот, официальные, значит, дистрибутивы, а там, значит,
поищите по сети, ну, лень будет, вот здесь, говорится, есть у меня и уроки там, и одним списком, и вообще там, ну, посмотрите, тут масса чего. Собрано, чтобы вам, как говорится, и мыслью по древу там не распыляться. Вот. Вот в таком плане. То есть, вот личное мое мнение, что проще скачать уже готовую, скажем, настроенную сборку, хорошую. А у меня, мои сборки вообще-то, ну, хвалиться-то нехорошо. Ну, в принципе, ну, процентов 90-95 людей, которые скачали мои сборки, они проблем особых-то и не имели. Скачивают, ставят их там, все у них работает, все у них ставится. Вот. Как там поставить сборку мою, как поставить сборку с официального дистрибутива там на флешку, с флешки на жесткий диск, тоже здесь все найдете. Не поленитесь, поползайте по блогу. Вот. Ну ладно, значит, основную идею, значит, я выразил какую? Что, конечно, самый лучший вариант, ну, это взять, скачать сборку там с официального сайта и ее там настраивать. Уроки вот есть, я уже показал, одним списком. Как даже выбрать операционную систему, и вот это есть. Если вы не можете определиться, какой рабочий стол для вас лучше, к примеру, там компьютер слабенький, или вы просто не знаете возможности своего компьютера, скачайте на сборку дебиановскую. Там, по-моему, там 6 или 8 рабочих столов. Подберите тот рабочий стол, на котором ваше железо будет работать нормально. Согласно этому, это может быть там и XFCE, и KDE, там, и Mate, и Cinnamon. Что у вас лучше всего и быстрее будет работать? Любой дистрибутив Linux соберите практически с таким же рабочим столом, и он у вас будет работать нормально. Вот таким вот образом. Я желаю вам всяческих успехов при знакомстве, освоении с Linux. Хорошая, надежная система. Я уж там давным-давно позабыл, что такое там вся эта вирусня, там вся эта грязь и прочее. Вот. Нормальная рабочая система, стабильно работает. И плюс, когда появилась программа SystemBug, ну, надежность веточек Ubuntu, Mint, Debian и Linux Lite и Elementary, она возросла в разы. Потому что у людей появился надежный инструмент для сохранения своих там копий. Для меня, допустим, вот лично программа SystemBug является, скажем так, основным критерием. Если Linux'ов самих по себе очень много, есть очень хорошие, есть Arch Linux, есть Manjaro, но, к сожалению, на них пока еще, к ним еще... Как только появится, значит, у них в репозиториях программа SystemBug, это будет означать то, что вы сможете при помощи этой программы SystemBug создавать живые лиф-образы ISO, на которые можно будет записать на флешку, там работать на флешке, как с нормальной операционной системой, с живой, да плюс еще взять ее и записать на любой раздел жесткого диска. Ну, это просто, скажем так, вопрос времени. Вот. Рано или поздно люди к этому подойдут. То есть в мире Linux тоже потихонечку все это дело меняется. Ну вот, казалось бы, что вот такая вот смешная штучка. Ну что там, ну вот программа. А вот я специально вас отсылаю на свой блог, и вот я по ней сделал очень много роликов. Может быть, ни об одной программе я столько много роликов не делал. А вот вы возьмите их, посмотрите, оцените ее по достоинству. Ничего подобного я, так сказать, в жизни своей не видел. Человек венгр, господин Кендек,
большая умница и сделал прекрасную программу для Linux пользователей. Настоятельно вам рекомендую «Снежная комиса», овладеть всеми нюансами работы с этой программой. Я постарался отразить, ну не знаю, но большинство нюансов работы с этой программой. Вот. И после нее мне, допустим, говорят, ну а вот там Manjaro там, или Arch, ну хорошие системы. Я говорю, да, хорошие. И они действительно мне не нравятся. Они мне очень нравятся. У них и интерфейс хороший, продуманный. Там видно, что дизайнеры поработали и все. А вот нет у них System Bug'а. Ну и, ребята, привет. А вот System Bug можно поставить на любой дистрибутив Ubuntu, или Debian, или Mint, или Linux Lite, или Elementary OS. Может быть, еще какие-то я там пропустил. Подскажете. И все. И сама по себе операционная система приобретает там двойную, тройную, там, или я не знаю, какую там пятерую надежность. Потому что System Bug это людям дает. Казалось бы, крохотулечная там программа-то всего ничего. А вот она-то как раз может оказаться решающей при выборе той операционной системы, которую вы себе хотите поставить. Ну ладно. Самое главное, значит, я вам сказал, что берите, значит, скачивайте там мои сборки, курочьте их, не стесняйтесь, там удаляйте ненужное, добавляйте свое. При помощи программы System Bug делайте изообразы, получайте свои личные, значит, сборки. Да ради бога. Это уже, так сказать, элемент творчества и удовольствия, и я желаю вам получить его как можно больше. Потому что и Linux сам по себе с его различными операционными системами и программа System Bug вам дадут, ну, скажем так, ну, незабываемые часы, которые вы проведете за компьютером, потому что вы никогда не будете бояться там что-нибудь там потерять там. Всегда легко можно будет восстановиться. Ну ладно, всем привет, желаю вам всяческих удач и до свидания.